Таня! Нормально? Да. Наш корабль утонул. Как это так? А я не... Шторм сегодня, видишь какой? Да. Пойдем Диану тормошить. Диана! О! Выплюнула воду? Уху! Да. Кораблик наш утонул. Как? Мы похожи на необитаемом острове с вами оказались. Представляешь? Ого! Все сумки наши тоже утонули. Пить нечего, есть нечего. Остался только мой ножик. И еще кое-что. Мне кажется, осталась леска. Можем сделать лук для начала. Нам нужно с вами что-то попить. Да. И поесть. Да. А еще придумать укрытие. Нам придется здесь пожить, похоже. Да. С медузами. С медузами, с крабами. Кругом море. А вот и мой тапочек. Эдди, первое, что мы сделаем? Юбки, юбки! Ты хочешь юбку как у аборигена? Да. А твои шортики посушим, да? Да. Давай. Что вы нашли? Веревку. Хороший канат. Он нам пригодится? Вот тут. Хорошо. Ног натягивай. Я натяну. Отцепляешь? Солома нашла? Молодец, там много ее? Да. Думаешь, этот канат нам пригодится, чтобы забраться на гору в джунгли? По-моему, вам не хватает копий, как настоящим аборигенам, да. И туземцам. Я предлагаю сначала найти какую-нибудь пещеру подходящую, чтобы можно было там переночевать. И можно будет идти за кокосами. А кстати, а я знаю одну пещерку. Да? Там даже можно для троих аборигенов заночевать. Ого, покажешь? Пойдем. Ого, вот это? Ой, я думаю, подходящий вариант. Я тоже одну пещерку знаю. Да? Похоже, твою пещерку подтопило, но пойдем посмотрим. Мне кажется, я ее вижу уже. Под этим свесом? Да! Вот это! Это пещерка? Да! Начинается прилив, Диан. Я думаю, если мы останемся в этой пещерке, то к вечеру нас затопит. Тут уже не глубоко, значит. Ну, пока не глубоко, но что будет позже? Она двухкомнатная, что ли? Да. Я думаю... Тут коридор. Ага. И тут коридор. Да, и тут. Только там мышки мои и котики. Ого. Диан, я думаю, это больше подходит для утреннего домика, когда море отходит назад. Побежал в море. Вот он. Вот он. Я его поймал.
Не маленькая. Все? Сила. Краб очень сильный. Большой. Он живой? Такой шустрый, да. Диана, твои штаны теперь направление ветра показывают. Вы будете смотреть, как я отпускаю краба с домой? Давай. Ну, да. Потому что животные все любят жить. Так же, как... О! Побежал, побежал. Все, спрятался. Смотри, теперь не найдешь его. Закопался. Да. Они вот так, или еще. Да. Хороший я домик нашел. Хороший. Яна, ты порядок наводишь? Да, мы тут вместе будем жить. Да, раз домик наш готов, можно отправиться в джунгли за кокосами и какими-нибудь фруктами. А еще нужно попить луками и поесть. Да, еще и сделаем луки. Пойдемте. А когда вернемся, разведем костер и останемся здесь ночевать. Да. Уже высоко. О, ананасы! Где? Вот! Мы вышли уже на какую-то тропу, да, на этой высоте. О, смотрите, ананасы! Еще один ананас. Вообще ананасы растут на земле. Но у нас какой-то необычный необитаемый остров, поэтому... Ботва здесь очень высокая для ананасов. Все. Бамбук растет как куст, видите? Растет очень быстро. Инструмент музыкальный получился, Лилу. Эти, мы на вершине горы с вами. Какой-то странный лес. Я думаю, здесь должны быть фрукты. А слева я вижу пальмовый лес. И там, наверное, мы найдем кокосы с вами. Давайте смотреть внимательно по сторонам. На деревьях что-нибудь растет на этих? Давайте. Что там? Вот это большой фрукт? Это похоже на помело, а не на лайм. Попробуйте сбить его стрелой. Я попробую. А я, наверное, если мы найдем, то я второе буду сбивать. Давай, я думаю, найдем. Мимо. Давай еще одну попытку. Можно не попробовать? Да. Что, дети, как вы думаете, попаду я или нет? Да. Попал. Есть добыча. Есть. Давайте его откроем. Давайте. Эти спелые помыло. Да. Мы можем его поесть, утолить жажду. Угу. Кто будет пробовать? Я. Держи, Дэн. Очень вкусный яд. Да. Сейчас еще что-нибудь найдем с вами. Да. Я думаю, этот лес богат всякими фруктами. Да. Это же тропики. Угу. Мы с голоду здесь не пропадем. Там. Вижу помело. Где? Там. Я тоже помело. Вот. Помело. О, этот висит пониже. Да. Мимо. Лучше достану его луком. Хватит длины? Ветку и... Руками сорвем. Да, и вот так. Опа! Хорошая идея. Крепко. Цепляйся за него, Диан. Повисни на нем, он оторвется, я думаю. Допрыгнешь? Да. О! Опля! Большой фрукт. Хорошая добыча.
Его съедим попозже, наверное, да? Да. Круто я придумал. Да, молодец. Дети, вы ничего не замечаете? Нам попался еще один экзотический фрукт. Осторожно, колючки. Видите? Ой, осторожно, он колючий. Такой кактус, а на нем растет вот такой фрукт, похож на цветок. Давайте его тоже попробуем. Я его пробовал, но только он внутри белый и с семечком. Да? Давай попробуем. С куста мы еще ни разу не ели такой фрукт. Фокус. Куста. Правда, ты был прав. Белые семечками. Вкусный? Держи кусочек. Опля. А вы оближите. Давай отрежете дольку. Я ямочку открываю. Клоняю вниз. Что, сладкий? Как мороженое? Да, я тоже. Вкусно? Да. Самое вкусное есть фрукты с деревьев, из кустиков. Да. Я стою на пальмовом листе, представляешь? Угу. Он такой твердый, как доска. Да, он твердый, как доска. Выдерживает легко меня. И тебе. Эти пальмовые рощи. Я ни разу не был в таком лесу. Я что-то замечаю. И я. Что говоришь? Я заметил, что кокосы. Уже кокосы ты видишь? Да, я. Ого! Целая куча, да. Да. Наверху растут кокосы. Да. Но это не так уж высоко, кстати. По такой пальме очень удобно лазить. Да. Залезешь? Да. Да будешь кокосиком? Отлезать на никак будет. Удобно держишься? Да. Я отходи, сейчас может свалиться. Вот ты кокос. Не ударился. Один кокос дошла. Так, сейчас разведем костер и устроим аборигенский ужин. Пикник. Вот палочка, выручалочка. А вот кокос. Он сухой и похож на солому. Если вот здесь быстро крутить палочку, она нагреется. Вот эти вот его волосы загорятся. Сначала задымятся, а потом загорятся. Да. Появится огонь. Попробуем? Да. Давай. Чувствую. 3-3. Дымок пошел. Огонь. О, огонь. У тебя получилось. Вот, только травы хватит. Опля. Скорее добавляем сюда дровишки. Разжёгся. Круто. Ага. Круто. Ну вы настоящие аборигены. Эти доски похожи от разбитых кораблей. Кидаем огонь. Хороший костер у нас уже получился. Открываем. На. Сейчас. Смотрите. Оп. Полный. Вкусная, чистейшая вода. Да. А главное, не соленая. А еще внутри здесь есть орех, который можно съесть. Поэтому мы и попьем, и поужинаем кокосами. Я даже из-за жажды. А на десерт у нас ананасы. Я из-за жажды вот сколько выпила. Ого. Тань. Давай скорее, ты же хотел пить, держи. Вот. О, я поем. Держи. Когда через была стебли. Война, доктора еще бывали кокосом людей лечили, когда бывали, да. Ну, капельницы ставили. О! Вот это такое блюдо у нас будет. Да. А нужна еще
чистая тарелочка, на которой мы будем резать ананас. По-моему, Дань, ты вот это, да, приготовил? Да, вот это. Помоем? Да. Вот тут мой телефон лежал. Я, у тебя есть телефон? Угу. Это из камешка. А, из камушка. Я уже думаю, как мог телефон остаться с тобой, когда у нас все утонуло? Иди. Смотрите, какой у меня да, вставай. Из камушка. Смотрите, какой у меня телефон из камушка. Да, покруче айфона будет самого последнего. Ну что, я беру ананасы, а вы тарелочки. Пойдемте помоем. Пойдем. Да. Да, телефон у тебя супер продвинутый. Нет. Как у первобытных людей. А? Все, ты помыл тарелочку? Да. Пойдем. Все, идем устраивать пикник. Пробуем нашу добычу. По-моему, в тропиках можно жить первобытной жизнью. Тепло, море есть, кокосы, ананасы и удобная пещерка. И уютная. Кстати, с кроваткой. Смотри, как близко вода подошла. Еще немного и может нам в пещеру попасть. Удобно тебе, Дян? Да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро. Вы выспались? Да. Пойдемте, может, купаемся? Да. Берите с собой на рукавники и вперед, там волны. Ого! Эти, я кое-что вижу на берегу. Да. Это бамбук. Да. Похоже, его ночью волнами принесло. Ага. Кажется, у нас есть шанс выбраться отсюда. Да. На большую землю. Ага. Плот! Мы можем плот построить с вами. Смотрите, как много бамбука. Да. Пойдемте посмотрим. 20! Эти, бамбук это идеальный вариант для плота. Смотрите. Ага. У него вот здесь есть перегородки в этих соединениях. А внутри воздух, пустота. Он должен хорошо плавать. Да. Есть надежда, что он нас выдержит. Смотрите. А представляете, если их будет 20 штук? Тогда, я думаю, сможем на нем 21, сидеть. 21, что ли? Сидеть, есть кокосы и плыть. Да. Было волной. Надо делать крепкий плот, волны большие, чтобы наш плот не разломался. Да. Давайте собираем весь бамбук. Несем его к пещере. Диан, там мы с тобой видели веревку и сеть. Ей будем связывать. Делаем и отчаливаем отсюда. А то еще раз ночевать придется. Диан, у тебя собственный способ? Да. И не тяжело, да? Есть. Много веревок попадается вот так вот закопанных. Да. Эти. Вот веревка. Вот эту веревку вы нашли. Распутывайте пока. Надо понять, какую ширину нам нужно, чтобы мы уместились. Готово. Еще таких нужно несколько. Смотрите, как мы будем делать. Вязать будем по отдельности. Начинаем с первого бревнышка. Завязываю узелок вот здесь. Ого, неси ее сюда скорей. Покажи, что за веревочка. Такая веревочка. Вот, кстати, скользить не будет. Хорошая веревка. Вот, и теперь мы привязываем к ней второе бревнышко наше. Бамбуковая. Смотрите. Во всех четырех местах. Ой, бабочка прилетела. Она хочет с нами на плоту полетать. Наверное. Надо нам прочно связать, чтобы он в море не развалился. А то будем с вами на бревнах плавать. А дальше я сама.
Эти, первый слой готов? Да. По-моему, прочно получилось. Угу. Что делаем дальше? Второй слой. Как укладывать будем? Вот так. Правильно, сейчас в поперечном направлении укладываем. Будет медузы нам доставать. Да. Нам нужно будет сделать еще весло какое-то, чтобы отталкиваться от воды. Или ногами будем грести. Обрезок? И еще. И что вы предлагаете? Взять из них весла вот так. А, привязать? Да. А что, подойдет? Это делаем пошире. Давай попробуем это, примерим. Другой стороной. Переворачивай. Не-не-не, вот так. Вот так, наверное, лучше будет. Во. Да. И настоящее весло получится. Ага. Давайте заканчиваем быстрее и отправляемся в плавание. Очень быстро. Можно посмотреть? Здесь? Пожалуйста. О, это нет. Пришло время спустить шлюпку на воду. Да. Наш плот готов. Немного не хватило нам бамбука, чтобы заполнить середину. Но будем надеяться, он нас выдержит. Давайте. Придержишь? Держу, держу, держу. Отбегайте. Ух, эффектно. Кстати, друзья, мы забыли. Что забыли? А как весло? Да, покажите, мы сделали весло. Да, все вместе. Осторожней. Вот оно весло. Все из бамбука у нас. Весло из бамбука. Плот из бамбука. Ладно, пора отправляться. Дальнее плавание. Все. Плот на воде. Лен, ты берешь ананас? Я возьму кокос. Это наш запас пресной воды. В серединку садитесь. Ой, все, скоро волны уменьшится, нам главное отчалить. До свидания, остров. Мы плывем на большую землю. Ого. Пришло время попить. Убирайте ручки подальше. Готов. Как вы думаете, за один день доплывем? Год? Думаю, да. А я думаю, два дня надо плыть. Два дня? Да. Хотелось бы за один успеть. Дрейфуем на волнах. Главное, что оно хватило кокосов и ананаса. Сегодня еще загорим с вами, пока плыть будем. Да, у меня уже лицо ждет. Травку можно в море сбрасывать. Сейчас, на, пробуй пока. Первая дочка. Не дают спать ангоне. Скорее отрезаем отсюда. А все-таки плот не для дальних путешествий оказался. Кстати, вы посмотрите туда, там голь. Голь? Да. А, впереди большая земля, мы почти доплыли.
Нам повезло, что мы взяли себе по одному бамбуку. Да. И доплыли. Да, и доплыли почти. Еле-еле, да? И да. С возвращением вас на большую землю. Дайте 5.